топать, аплодировать, топать, свистеть, кому что больше нравится. Устали, конечно, собаки, слишком длинный был день, но, тем не менее, лучшие представители, они на то и лучшие, что они самые стойкие. Они, несмотря на усталость, несмотря на трудный день, способны прийти быстренько, сориентироваться, прийти в себя и показать себя как лучший из лучших. Итак, четвертым становится цвергшнауцер окраса черный с серебром. Третье место занимает цвергшнауцер черного окраса. Второе место цвергпинчер. И лучшей собакой выставки, республиканской выставки цвергшнауцеров и пинчеров становится представитель породы доберман.